Скажи, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда ты начала заниматься гимнастикой? 7. Группа была большая? Нормально. Сначала человек 15 было точно. А сколько осталось? Ну, через год отсеялись. Потом как-то уже осталось 6 человек. Вот я тренировалась в группе. У нас было 6 человек. И из этих 6 все стали спортсменами? Нет. Из группы в сборную СССР попала только я. Одна. Тренер с тобой работал индивидуально, да? Ну, когда вызывали на сборы, конечно, я ездила с одной. Девчонки оставались здесь с другим тренером. А сборы это часто? Смотря как вызовут.
Ну, в год примерно. Сколько времени? На сборах 5-6 точно. А длительность их? Сколько времени сбор один занимает? Месяц. Расскажи, пожалуйста, вот как складывается день на сборах? Ну, утром встаешь часов 8, подкачка. Потом 8:30 завтрак. После завтрака чуть-чуть отдохнуть, идешь на тренировку. 4 снаряда. Потом обед. 1,5 часа на учебу. Тихий час и вторая тренировка. После вечерней тренировки ужин и опять кросс. Потом свободные 2-3 часа и отбой. А тренировка это примерно сколько времени? Первая тренировка 4, наверное. Ну и вторая 3. Скажите, пожалуйста, у людей, далеких от спорта, часто возникает вопрос, почему гимнастки такого маленького роста? По этому поводу разговоры всякие ходят. Ну, я не знаю, какие ходят разговоры по поводу роста гимнасток, но, во-первых, они не все маленькие, бывают очень маленькие, бывают среднего роста гимнастки, но то, что маленькие гимнастки, это специфический отбор, который проводится в гимнастику. Современная гимнастика настолько сложна, и требования к выполнению сложных элементов настолько высоки, что мы отбираем девочек, заранее зная их потенциальные возможности в будущем. Угу. Ну-ка. Лучше повыше. И животик. Угу. Молодец. Молодец. Как тебя зовут, куколка? Катя. Катя. Опа. А сколько тебе лет? 6. 6. А книжки читать успеваешь? Да, так перед отбоем можно почитать. Ну, успеваешь или можно почитать? Успеваю. Скажи, как вы питаетесь? Нормально. Завтрак, полстакана кофе и бутерброд. На обед второе. Ну, там мясо без гарнира. И компот там, я не знаю, что попить. А ужин в основном бутерброд с чаем или просто творог. Тоже смотря, как от веса зависит. От веса его легко удерживать? Всем по-разному. Мне, например, легко дается.
Сколько тебе лет? Сейчас? Да. 16. Скажи, пожалуйста, ну такой неловкий вопрос, конечно. Не хочешь, не отвечай. В этом возрасте обычно как-то начинают складываться какие-то отношения, возникает интерес какой-то, дружба какая-то с мальчиками. Не знаю, у меня ничего не возникает. Может быть, просто на это нет времени. А у подруг твоих? Я не знаю. Может быть, кто-то скрывает, но в основном я не думала, что кто-нибудь уже интересовался мальчиком. А ты давно была в музее? Ну, в том году я ходила в оружейную палату. Вообще, у нас тоже нет времени ходить по музеям, по кино. А кино любишь? Нормально отношусь. Пригласят, пойду посмотрю. А давно была в кино? Ну, да, вообще тоже давно. А какая картина запомнилась из последних? Полет на метлом кукушки. Понравился очень. А из наших? Ну, я не знаю, «Бриллиантовая рука», «Жестокий романс» еще. Спасибо. Пожалуйста. Please advise the delegations to advise our officials that lunch must be taken immediately.
Николаевич, у меня болит спина. Ну и что? Мне больно прыгать. Ваше предложение? Я не смогу выступить. Значит так, дорогая, это коммерческие соревнования. За них страна получает валюту, на которую покупают тебе вот этот костюмчик, эти кроссовки, снаряды, на которых ты тренируешься. Так что придется потерпеть. Не буду терпеть. Будешь. Тебя никто не просит выигрывать, но ты стоишь в афише. Поэтому будь любезна. Тань, перестань, а. Я не могу заснуть. Если я не высплюсь, я завтра не смогу работать.
Не шевелись. С позвоночником очень плохо. Любые нагрузки практически исключены. Слушай, это уже у тебя четвертый случай, между прочим. Не боишься? У нас победителей не судят. Слушай, а нельзя ли побеждать как-нибудь по-другому? Чай хочешь? По-другому? Можно по-другому. Но для этого нужна наука настоящая, которой нет. Нужна теория, которой тоже нет. Нужны деньги, нужна аппаратура, нужны, наконец, продукты. И не те, которые продаются в магазинах. Да ладно. Все вы умные в чужих делах. Понял. Чаю ты не хочешь. Слушай, ты врач. Вот ты когда выписываешь рецепт больному, ты что ему выписываешь? То, что ему действительно нужно? Или то, что есть в аптеке? Я? Да. А я вообще ничего не выписываю. Я фотографирую. Вот именно. Да, ты знаешь, Ленка Кулакова разошлась со своим мужем. Да брось. Да, ей-богу. Сколько они прожили-то? Да, лет 16, наверное. Да больше. Подожди-ка, ну когда он 60... Девятом, по-моему. Ну что сказал врач? Что сказал врач? А? Да ничего особенного. Сказал, что нужно сделать перерыв. Какой перерыв? Ну, небольшой. Зачем? Зачем? Отдохнешь. К матери поедешь. Выспишься наконец. В школе будешь учить. Чего ты психуешь-то? Не на всю жизнь. Через годик вернешься. Через годик? Через годик, полгодика. Там видно будет. Я же форму потеряю. Форма — дело наживное. А как же Кубок СССР? На кубок в этот раз поедет Винокурова. Кто? Винокурова. Винокурова? Ну, спасибо.
Значит, уже не нужна? Подожди. Ну-ка, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, говорю! Идиотка. Дарю. Пока. Сергей Иванович так и не появился? Сбежал? Ну, а как вообще живешь? Так. Ничего. Все там же, на кассе. Что ты? Давно в булочную перешла? Там 4 отдела, кафетерий. Можно кофе с молоком попить, и рыбы не пахнет. Понимаешь? Пьешь, что ли? Да ты что? За зиму накопилось, а сдать и руки не доходят. Что не нравится? Вот. Пирожки сама испекла. Бабушкины любимые. Поешь. Мне нельзя. Почему? Поправлюсь. Ну так хорошо. А мне форму держать надо. Зачем? Теперь-то зачем? А затем, чтобы сердце не лопнуло. Жизнь, она, знаешь, длинная, длинная. Какая красавица. Англия. Thank you.
говорят, что я читаю по пластинке. По пластинке. По пластинке. По пластинке. Ну я что ж пластинку правильно считаю? Эй, ты, как значит по шее? Какой класс? 9-й. А или Б? Б. Эй, подруга, освободи плацкарм. Мое место. Все твое? Все. А не жирно? Рожа не треснет? Тюха, ты такая? Не знаю. Халява? Чего? Иди сюда. Ну? Ну-ка выкинь эту дуру отсюда. А чего такое? Видишь, прилипла задом, не отлипай. Давай. Ну ты исчезни. Ну что, баран в ухе застрял? Убери грабли. Чего? Отпусти, больно же. Ладно, живи до перемены. Друзья, у меня к вам приятное известие. А, вот ты куда забралась. Знакомьтесь, Татьяна Серебрякова, ваш новый товарищ. Мастер спорта международного класса, экс-чемпионка мира по спортивной гимнастике. Тихо, тихо! От лица педсовета, дирекции и себя лично. Выражаю надежду, что ты в буднях, так сказать, не уронишь своего высокого звания. А вы, друзья, я думаю, подружитесь с Танечкой и поможете ей стать достойным членом вашего дружного коллектива. Вот и хорошо. А Панова сейчас можно опаздывать? А Панова все можно. Пройди тихонечко. Извините. У меня все. Елена Михайловна, начинайте. Официальное мероприятие считаю законченным. С добрым утром всем. Доброе утро.
слышал, чемпионка мира, а ты говоришь, выкинь ее отсюда. Да ладно, чемпионка мира, тюфячка. Ты уже в четвертый раз не хочешь к доске. В следующий раз прошу. Не в четвертый, а в третий. Не надо песен, у меня записано. Так, кто хочет к доске? Халява? Чего? Халява. Да-да. Давай. А почему я-то не имею права? Никакого. А за что? Так, определение производной. Правила вычисления производных, пожалуйста. Опять я, да? Шитикова, что у тебя за костюм? А что, обыкновенный костюм? Да? Что, шили на заказ? Почему? В универмаге купили. В 5-й секции. Экспертальный образец. Какой-какой образец? Экспериментально. Ну, садись. Зовут меня Елена Михайловна. Я твой классный руководитель. Класс у нас дружный, хороший. Привыкай, присматривайся. По секрету тебе скажу, что наши девочки в джинсах в школу не ходят. А в чем ходят ваши девочки? Наши девочки ходят в форменных костюмах, стараются быть женственными и опрятными. Женственными? В этой милицейской форме? Ну, мы с тобой друг друга поняли. Елена Михайловна, а можно я лучше шкафчик починю? Эй, подожди! Ты знаешь, где сейчас урок? Пойдем, я тебе покажу. Меня Лида зовут. Слушай, а ты правда чемпионка? Чего ты молчишь? А о чем говорить? Подумаешь, какие мы страшные. Здесь. Какая тяга к знанию. Надо отнепить меня. Лид! Иди сюда. Пойду. Иди, говорю, хуже будет. Это тебе за маму, это за папу, а это лично от меня. Будешь мне на уши наезжать, козел? Ты длинный. Вся сила в рост ушла. Кровь до мозгов не достает. Смотри, спортсменка, напросишься. Не поняла? Давай гуляй отсюда, пока я добрый. Уйди, гнусь отцу.
тебя просили, что ли? Это Шура пятиэтажный. Ну и что? Может, теперь нас из школы не выпустит. Бегать быстро умеешь? Ну. Так вот, если сразу направо, могут и не догнать. А кто это? Видишь, пятиэтажный с дружками. Они из ПТУ у него. Эх, черт. Сейчас бы Панову позвал. Что же не позвал? Так ему теперь нельзя драться. Почему? Они с дружками шапки с прохожих снимали. А потом на табачки засыпались. А Елена его от милиции отмазала. Как это отмазала? Ну как, на поруки взяла и все. Ну ладно, пошли. Не пойду я. Ну не плачь. Что теперь, ночевать здесь, что ли? Тронет, я не поленюсь, съезжу в спортшколу, привезу своих ребят. Они тебя так отделают, тебя одного, понятно? Да ладно. Мое дело предупредить, дальше сам думай. Как здоровье, Халева? Ух ты! Золотая? Да. Чистое золото? Нет, серебро с позолотой. Отдашь пощупать? Попробуй. Нормально. Откуда привезла-то? Оттуда, оттуда. И это тоже оттуда. И это тоже. А ты в Америке была? В Штатах нет. В Канаде была, в Японии, в Румынии, в Англии. Кстати, у тебя нормальное имя есть? Есть. Федя. Садись на диван, Федя, чё ползаешь? А можно посмотреть? Смотри. Халява, это тебя так пятиэтажный прозвал? Да нет, Шипаков. Который у вас самый умный, что ли? Да, ботаник местный, букварь. А у тебя кассета есть? Есть. Дашь посмотреть? В следующий раз. И у Машки Шитикова есть. А у нее-то откуда? А я папаша за гранки привез. Смотрел, что ли? Да нет. Она одних девчонок таскает. И то только по выбору. Слушай, Федень, давай я тебя подстригу? Чего? Давай оформим тебя посолидней. Да ну. Да ты не бойся, я умею, вот так будешь выглядеть. А здорово ты пятиэтажного вырубила. Как тебе удалось-то? А мне наш массажист Саныч точку одну показал. Пальцем ткнешь и все. Показать? Не надо. Тогда пошли. А может не надо, а? Надо, Федя, надо. Только без рук. Отрезала она ему голову по самые пятки. Клиент, ведите себя спокойно.
Ну все, теперь меня мама не убьет. Не убьет. Значит, ты школу выгонят. Посмотрим, может, и не выгонят. Ток без рук, осторожней. Ну куда за прическу-то хватаетесь? Вы руки мыли. Прекратите сейчас. Что тебе надо? Чего? Здорово. Нормально, нормально. Куда ты тянешься? Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Так, кто дежурный? Халиков. Больных отсутствующих нет. Кого нет? Больных. А что у тебя на голове? Волосы. А тряпочка зачем? Это не тряпочка, это ринг. Он знания прессовывает. Понятно. Влип, очкарик. Отец видел? Нет, он в командировке. Когда приезжает? Завтра. Хорошо. Елена Михайловна, а почему нельзя с такой прической, если ему нравится? А ты опять в брюках? Ну и что? По-моему, мы с тобой вчера договорились. Я с вами ни о чем не договаривалась. Вы же мне не объяснили, почему нельзя в школу в брюках ходить. А правда, почему нельзя? Почему нельзя? Тихо! Тихо! Школа не дискотека, а не дискуссионный клуб! Я не знаю. Почему нельзя? Ну нельзя и все. И этот вопрос не обсуждается. А Таня сейчас пойдет домой и переоденется. Я не пойду. Я не приказываю, я прошу. Я не пойду. Почему? Потому что эта форма мне не идет. Тогда я не смогу начать урок. Если мои брюки вам мешают, я могу уйти. До свидания. Девятый класс занимается начальной военной подготовкой. Руководитель занятий военрук Любавкин. Продолжайте. Есть. Направо. Вот. Шагом. Марш. Здравствуй, Танюша. Ты почему здесь опоздала? Здравствуйте, Валентина Николаевна. Меня выгнали. Кто? Елена Михайловна. Почему? Говорит, нельзя в школу в брюках ходить. Но в брюках действительно нельзя. Понимаете, Валентина Николаевна, у нас у гимнастов особый вестибулярный аппарат. Чтобы не заболеть, мы каждый час должны делать это упражнение.
машину, ты разобьешься. Вот видите, и так каждый час в течение года. А как же я это буду делать в юбке? Я понимаю. Понимаю. Елена Михайловна, я на секундочку, извините. Танечка, иди на место. Я в курсе, мы обо всем договорились, так что уж разрешите. Подождите, я вчера предупреждала, так что сегодня не может быть и речи. Я в курсе, мы обо всем договорились. Иди на место. До свидания. Сели, продолжили урок. Да, Елена Михайловна, зайдите ко мне на большой перемене. Ну что ж, продолжим. В следующий раз. Лёш, ты не знаешь, какой сейчас урок? Не знаю. Хочешь послушать музыку? У меня плеер. Нужен мне твой плеер. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Что тебе, Серебрякова? Ничего. Ой, ой, это ваш Серебряков? Скоро из кожи вылезет, чтобы хоть как-нибудь выпендриться. Да брось ты, Машка, нормальная баба. А по-моему, Шитикова, ты ей просто завидуешь, и все тут. Я? Чему? Чемпионка, чемпионка. Она того и выпендривается, что теперь ноль без палочки. Вытурили ее из гимнастики. И что осталось? Ни рожи, ни кожи. С ее рожей надо все время противогаз носить, чтобы людей не пугать. Дай-ка огоньку. А курить, между прочим, вредно. Ты еще и хамка? Чем надо? Че, кто тут выступает? Не надо, Леша, тебе нельзя, не нарочно. Уйди отсюда. Уйдите, мальчики, уйдите. Спокойно, Шурик. Это мое дело, сама разберусь. Отдыхай. Серебрякова! Что у вас здесь происходит? Ты не обижайся, Таня. Но джинсы, плеер. Нет, я не против, живи как хочешь. Ну, просто для тебя это повод выделиться. Зачем? По-моему, жизнь тебя и так достаточно выделила, не правда ли? Не стыдно послушивать? Не, а чё? Греби отсюда. Кто ты такая? Кто ты такая, чтобы меня учить? Почему на ты? А почему вы мне тыкаете? Ну, я старше, а потом это моя прямая обязанность учить тебя. Вот и учите. Я хочу, чтобы вы при этом стали людьми. А, так по-вашему еще не человек? А кто человек? Шитикова? Шлепаков? Халиков? А может быть, Шура пятиэтажный? Да если уж на то пошло, я за свои 16 такое уже сделала, такое от жизни получила, чего вам, Елена Михайловна, до самой пенсии не увидеть. Просидите в своей средней школе для средненьких. Думаете, не понимаю, за чего беситесь? Мешаю стадом управлять. Потому что я не средненькая,
Не из стада. Со стадом-то, конечно, легче. Все в милицейской форме, все равны. Все как все. А я, как все, никогда не была и не буду. Так, ну вот что. Вот что, Серебрякова, я вижу, что с тобой разговаривать бесполезно. Я хотела тебе помочь. И действительно, было жаль тебя по-человечески, но... К директору потащите? Или мать в школу пришлете? Нет. Ты знаешь, ты сама скоро об этом пожалеешь. До свидания. Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть. Ты что, мне угрожаешь? Я не угрожаю. Вы же сами хотели из них людей. А в стаде людей не бывает. Неужели понятно? Я все, что в этой банке, тебе наружу вылью. Ты хуже меня станешь. Скажи случайно, а ты попробуй докажи. Серебрякова! Что за разговоры? Надежда Семеновна, у меня вопрос. Вот живет, к примеру, кукла без мозгов, папина дочка. И рожей своей очень гордится. А рожа-то дело временное. А если с папой что случится, как тут быть? Да ты с ума сошла! Сейчас же поставь мензурку на место! О чем ты думаешь? У тебя кислота в руках! В том-то и дело, что кислота. Господи, когда я наконец уйду на пенсию и отдохну от этих уголовников? А что? Да ничего, хватит их баловать. Он халяве можно, у него в голове масла не хватает. Пятиэтажному. Остальным фиг. Сами ничего не делают, дурака валяет, а на тебе выезжает. Хватит на них ишачить, пора же когда-то начинать перестройку. Обидеться?
Ничего. Скажи, что я просила. Все претензии ко мне. Идет? Я подумаю. Кстати, ты у нас сообразительный. Помоги разобраться, что здесь где. О, японский. Корень, логарифмы. Вот паспорт. Здесь по-японски и по-английски. А я ни потому, ни поэтому не бум-бум. Переведи, если сможешь. Я попробую. Ну ладно, пошли, а то опоздаем. Если хочешь, оставь себе. Мне ни к чему. Ты же у нас глава. Спасибо. Вышла. Папа из рейса вернулся. Тоже мне. И не стыдно вам. А ты, халява, теперь каждый день будешь прически менять? Иди, иди, если б не Лена, ты б раньше меня такую прическу заимел. Вязочка вышла. Спасибо, Оля. Пожалуйста. Вот дает баба. Задерни, пожалуйста, шторы. Зачем? Задерни, без объяснений. Так темно же будет. Не заблудишься. Ну что? Извините, Лена Михайловна, память отшибла. Полтеорему вспомнил, а план никак не могу. Недолго мучил старушка. Поскольку мы завтра с вами не увидимся, небольшая информация. Как всегда. Я приглашаю всех на свой день рождения. Назначаю сбор на 7 часов. Лучше без опозданий. Утро или вечера? Не в школу, не опоздаем. Чай и традиционный пирог гарантируем. Кто придет с подарком, не пущу. И меня приглашаете? Ну, а почему бы и нет? Я бы пришла, но здесь одна неувязочка вышла. У меня завтра тоже день рождения. И я хотела ребят пригласить к себе. Ничего, ничего. Попируем. Может быть. Может быть, ты пригласишь ребят в другой день? Я бы с большой радостью, Елена Михайловна. Но никак не могу. Мама с утра пирожки печет, жалко маму. Ну тогда пригласи ребят в 5 часов. А в 7:30 я их буду ждать у себя. Такой вариант тебя устраивает? Да. Ну хорошо. Как ты думаешь, Шур, завтра все ко мне придут? Конечно. А если нет? Ну, может быть, Панов, Нечаев и еще 2-3 козла. Слушай, а как бы устроить, чтобы эти козлы тоже пришли? Как 2 пальца обмакнуть. Нечай! Иди сюда. Чего тебе? Как разговариваешь? Сколько время? 2:15. Так.
Ну-ка, дай-ка посмотреть. Ты чё, Шур? Ценная вещь. Нормально. Дай поносить. Ты чё, Шур, мать узнает, твой подымет. Завтра к Серебрякову придешь, я тебе там их и отдам. Ты чё, Шур? Спорить будем? Спорить не будем. Аривуар. Вот и все. Рубашечку-то погладил, и брючки тоже. Молодец. Ты смотри, там на ступенечках не подскользнись. Ботиночки-то, небось, новые одел. Да. Трубку бросил, урод. Да? Ну как вы там, уже собрались? Да, мам. Все у вас в порядке? Да. Ну ладно, я уже освободилась. Если что, я у тети Любы. Буду поздно. Хорошо. Вы там не очень шумите и часам к 11 закруглять, слышишь? Ладно. Кстати, все забываю спросить, по какому поводу гуляете? День рождения. Чей? Нашего класса. Ишь ты, придумает же. Ну все, целую. Пока. Алява-сан пришел, алява-сан пришел, алява-сан пришел, алява-сан пришел. Ну там девчонки танцуют, вообще, ну Машка Шитикова. О. Ну что? Извините, Лена Михайловна, память отшибла. Полтеорему вспомнил, а план никак не могу. Недолго мучил старушка. Поскольку мы завтра с вами не увидимся, небольшая информация. Как всегда, я приглашаю всех на свой день рождения. Назначаю сбор на 7 часов. Лучше без опозданий. Утро или вечера? Не в школу, не опоздаем. Чай и традиционный пирог гарантирую. Кто придет с подарком, не пущу. И меня приглашаете? Ну, а почему бы и нет? Я бы пришла, но здесь одна неувязочка вышла. У меня завтра тоже день рождения. И я хотела ребят пригласить к себе. Ничего, ничего. Попируем. Может быть. Может быть, ты пригласишь ребят в другой день? Я бы с большой радостью, Елена Михайловна. Но никак не могу. Мама с утра пирожки печет, жалко маму. Ну, тогда пригласи ребят в 5 часов. А в 7:30 я их буду ждать у себя. Такой вариант тебя устраивает? Да. Ну, хорошо. Как ты думаешь, Шур, завтра все ко мне придут? Конечно. А если нет? Ну, может быть, Панов, Нечаев и еще 2-3 козла. Слушай, а как бы устроить, чтобы эти козлы тоже пришли? Как 2 пальца обмакну. Нечай! Иди сюда. Чего тебе? Как разговариваешь? Сколько время? 2:15.
Так. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Ты чё, Шур? Ценная вещь. Нормально. Дай поносить. Ты чё, Шур, мать узнает, твой подымет. Завтра к Серебрякову придешь, я тебе там их и отдам. Ты чё, Шур? Спорить будем? Спорить не будем. Аривуар. Вот и все. Рубашечку-то погладил, и брючки тоже. Молодец. Ты смотри, там на ступенечках не подскользнись, ботиночки-то небось новые одел. Да. Трубку бросил, урод. Да? Ну как вы там, уже собрались? Да, мам. Все у вас в порядке? Да. Ну ладно, я уже освободилась. Если что, я у тети Любы. Буду поздно. Хорошо. Вы там не очень шумите, и часам к 11 закруглять, слышишь? Ладно. Кстати, все забываю спросить, по какому поводу гуляете? День рождения. Чей? Нашего класса. Ишь ты, придумает же. Ну все, целую. Пока. Алявасан пришел, Алявасан пришел, Алявасан пришел, Алявасан пришел. Ну там девчонки танцуют, вообще, ну Машка Шизикова. О. Вообще. Как они там? Балди. Сколько времени? Семь. Годится. Все, пора идти к Елене. Ну! Чуть-чуть посмотрим, чем кончится. Неудобно, Елена ждет. Да она ждет опять занудный разговор, да пирог сидится. Включай давай. А думаешь? Минут 40. Всего 40 минут. Надо позвонить Елене, сказать, что опаздываем. Давай включай. Давай. Звонить неудобно. Лучше мы с Шуриком сходим, предупредим, недалеко же. Давай, давай.
Давай. Ура! Приглашаю тебя персонально. Я не пойду. А если я тебя очень попрошу? Леш, я понимаю, тебя Елена от колонии отмазала. Так что же теперь, всю жизнь у нее в шестерках бегать? Туда ты тоже не пойдешь. Убери копыта. А ты ударь меня. Ударь. Ну что, слабо, что ли? Давай. Ну давай. Быстро на улицу. Мне с Пановым поговорить надо. Не о чем нам говорить. Ну-ка быстро валите на улицу. Как скажешь. Подожди. Подожди. Я хочу с тобой поговорить. Отпусти, дурак, я же люблю тебя. Ну, где ты взял деньги? Заработал. Где? Вагон разгружал. Спасибо. Пожалуйста. Боже мой, а у меня несчастье. У меня погас свет, и я пеку пирожки с фонарем на кухне. И вообще в этой квартире поломалось все, что могло поломаться. Кран течет, замок не работает, окно не открывается. И мне все это надоело. Я выхожу замуж за электрика или сантехника. Не надо за электрика. Почему? Я и сам могу починить. Ты сам можешь, правда? А что тут такого? Где у вас инструмент? Сейчас. Только без меня ничего не трогай. Спасибо. А где ребята? Я думаю, они не придут. Почему? Они у Серебряковой видео смотрят. Да? Странно. Я ничего не вижу. Ой, извини. Мне казалось, что мы неплохо относимся друг к другу. Это вы к нам хорошо относитесь. И переносите свои чувства на нас.
Обычная ошибка интеллигентного человека. А ребята? Ребятам все равно. Всем? Всем. Вы это вы, мы это мы. И если честно, между нами никакой дружбы быть не может. Даже с родителями барьер существует. Ну, а ты тогда почему пришел? Я люблю вас. Что ты сказал? Я люблю вас. Ну, Панов, ну, как же так? Как-то это все странно, да? И света нет. Да свет есть. Что мне делать? Я не знаю. А что такое? Ты что, подрался? Подруга, садись, прокачу. Как дела? Нормально. Жалко, высоко живет, не удастся посмотреть. А где ее окна? А вон два на третьем этаже, с левой стороны. Смотри-ка, свет погасили. Не строй я. Пошли, чего встали? О, опять зажгли. Как ты думаешь, Шура, обязательно говорить ребятам, что они его зажгли? Ха-ха, я сойду. Thank you.
Привет. Как дела? Нормально? Раздевайся. Пойдем на весы. Ну ты даешь. 500 грамм за ночь. Сдурела, что ли? Уже вон щеки из-за ушей видны. Ладно, гуляй. Что, извините? Ну ладно, пошли на акробатику. Попробуй только плохо тренируйся. Сальто. Ладно, еще разок. На жесткие ноги. Вот так. Так, пошли медленно акробатику. Перекидку. Раз. Носки тяни, коленки. Шпагата совсем нет, сейчас буду сама тянуть. Плохо. Садись. Так. Носок натяни. Вот так. Ладно, ничего. Все, сегодня не ужинаешь, завтра не завтракаешь, только полстакан чая. Все, поняла? Завтра к 10. Чао. Мы знаем друг друга 4 года. Наверное, за это время вы изменились, повзрослели. У вас появились другие интересы, я понимаю. Однако, как правило, люди, если они приглашены и не могут прийти, они сообщают об этом, хотя бы по телефону. Хотя бы для того, чтобы их не ждали, не волновались. Уж не случилось ли что-нибудь? Вы этого не сделали. Мне кажется, сознательно. Наверное, за 4 года изменилась и я. Во всяком случае, я расцениваю ваше вчерашнее отсутствие как акт недоверия в мой адрес. Ну что ж, вы взрослые люди, у вас есть право выбора. Сейчас много говорят о демократизации, самоуправлении, гласности. Я хочу, чтобы между нами не было ничего недосказанного. Вы взрослые люди, пожалуйста. Может быть, вам нужен кто-нибудь другой. Я готова выдвинуть свою кандидатуру на голосование, если вам нужен другой классный руководитель. Я лично ничего не имею против. Евсеев, ты комсорг, пожалуйста. А что говорить-то? Голосуйте. Хотите ли вы оставить меня своим классным руководителем? Давайте уж на чистоту. Кто за, кто против. Голосуйте. Ну, значит, это... Кто за, чтобы Елена, Елена Михайловна, извините, была нашей классной руководительницей. Прошу поднять руки. Кто за?
Елена Михайловна, единогласно. Спасибо. Урока сегодня не будет. Да, мы должны были идти в филармонию. Вот ваши билеты. До свидания. Ура! Сядь на место. А что такое? Ничего, сядь на место. Мы виноваты перед Еленой Михайловной. Я думаю, нам надо извиниться. Мне кажется, от имени класса лучше всего это сделает Панов. Кто за, прошу поднять руки. Да-да, помню. Вы сейчас куда? Мы в гостиницу. Ой, отлично, нам по пути. Уйди. А ты ударь меня. Слабо? Отойди.
Он ко мне идет, пропусти его. Ты что, с ума сошла? Панову не знаешь, он же уголовник. Пропусти. Твое дело. Сядьте на место. Приехали, Серебрякова. Собирай вещички. Я влюбилась в учителя физики. Он был очень молодой, талантливый и очень красивый. Когда он говорил со мной, его глаза излучали какой-то теплый свет. Наверное, это со всеми так, но мне казалось, что только со мной. Когда он подходил ко мне, я была счастлива. На уроках физики я ничего не соображала, только слушала его голос. Почему-то от него у меня кружилась голова. Такой хриплый голос. Очень тихий. Мне он казался ласковым. Однажды на каком-то собрании он случайно сел рядом со мной, плечом к плечу. И я... Я как будто ослепла. Было очень стыдно, и я как будто онемела и боялась пошевелиться. Мне все время хотелось его видеть. Однажды он заболел. И целую неделю была другая физичка. И тогда, в первый раз в жизни, я поняла, что от тоски, можно умереть. Что это... Не просто слова, это действительно так. Но потом он вернулся, и я написала ему письмо. Ну, отчаянное такое письмо. А через 3 дня меня вызвали в кабинет директора. На его столе лежало мое письмо. В кабинете сидели мои родители. Мама плакала. Они очень долго говорили, очень умно говорили. Но только чем мне были слова, тем почему-то мне было больнее.
Потом физик перешел в другой класс. В другой класс. Мы с ним почти не встречались. Иногда только в коридорах он со мной. Очень вежливо здоровался. Боялся меня почему-то. Ну, конечно, ЧП в школе, но ЧП ликвидировали. Я как будто что-то пережила, не пережила в своей жизни, как будто что-то должно было родиться, и не родилось. Почему я об этом рассказываю? Потому что мне 27 лет, и больше этого не было никогда. Я могу уже сказать это слово никогда. Как будто что-то оборвалось в душе, и все. А как вам это объяснить, а тогда? Тогда было какое-то безрассудство, и в этом безрассудстве было счастье. Ну, потом много что было. Я окончила институт, вышла замуж, но очень скоро развелась, потому что как-то все, что не случалось потом, все какое-то ненастоящее. Случится с каждым из вас. И тогда все, понимаете, все будет зависеть от каждого из вас, от ваших слов, взглядов, смешков. Потому что поломать чужую судьбу очень легко. Но в жизни все связано, и если ты сегодня ломаешь чью-то судьбу, то завтра кто-то поломает твою. Потому что ты сам дал жизнь этому закону, по которому можно ломать чужие судьбы. Thank you.
что? Отдай мне, пожалуйста, магнитофон. Зачем? Я же тебя просила не приносить его в школу. Можете отдыхать. Что вы там устроили? Что за выборы классного руководителя? Понимаете, какого джина вы выпускаете из бутылки? Понимаю. Пускай демократия. Но всему есть предел. И что за демократия без согласования с руководством? Обыкновенная демократия. Вы могли бы посоветоваться. Я не успела. Я почувствовала, что нужно что-то делать, а что делать, я не знала. И вдруг почувствовала в самый последний момент. Она почувствовала. А если вы почувствуете, что завтра вам необходимо взорвать школу? Если я это почувствую, я ее взорву. Георгий Матвеевич! Ладно. Она шутит. Не надо сразу бросаться в крик. Потом, где она возьмет взрывчатку? Елена Михайловна, мы вас ценим, считаем перспективным педагогом. Ну, советоваться надо. Давай советоваться. Это приказ? Это не приказ, это просьба, которую следует выполнять. И последнее. 3 дня уже вы задерживаете характеристику на Серебрякову, из-за чего мы до сих пор не можем представить в горком список делегатов на конференцию комсомольского актива. Срывается ответственное мероприятие. Почему? Вы знаете почему, я против. У вас есть факты? Нет, фактов у меня нет. А у меня есть. Девочка прекрасно учится. По собственной инициативе взяла шество над самыми отпетыми хулиганами, пятиэтажным и халявой. И, между прочим, они стали лучше учиться, в то время как в целом успеваемость в классе снизилась. Как вы это объясните? Я не могу это объяснить. Но то, что между этими фактами есть какая-то связь, я это чувствую. Ну вот. Елена Михайловна, страна доверила нам Серебрякова. Давайте оправдаем это высокое доверие. А мистики нам не надо. Не надо мистики. Серебрякова, где плеер? Я думаю, будет лучше, если ты сама его вернешь. А почему вы решили, что он у меня? А у тебя его нет? Обыщите! Кто взял плеер? Я еще раз спрашиваю, кто взял магнитофон из ящика? Есть тут один специалист. Карманных дел мастер. Пятно взять на место! А что, Серебрякова обыскали, а почему по новой нельзя? Ну ты покажь папочку. А ты попробуй возьми и посмотри. Иди погуляй. Не сметь! Ничего нет. Бывает. Вы не волнуйтесь, Елена Михайловна. Сейчас все будет в порядке. Ну-ка все посмотрели в своих чемоданах, чтоб через 2 минуты плеер лежал на столе. Кто дежурный? Я. Подойди сюда. Что это? Где? В корзине. Положи на стол.
Кто это сделал? Кто это сделал? Халява! Чего? Ты всегда все знаешь. Давай, раскалывайся. А что такое? Ничего не знаю, ничего не видел. Ты мне все скажешь, гад. Шурик, ты чего? Леша! Елена Михайловна, не вмешивайтесь! По-моему, уже пора милицию. Вызывайте, вызывайте. Что же вы задумались? Я молчать не буду. Шура, он чего? Или вам кажется, что Панову можно все? У вас дома, может быть, и можно все. А здесь не выйдет. Леша, не связь! Скотина, ему же драться нельзя! Слышали? Говори же. Серебрякова.